В Новом Уренгое работники «Газпромдобычи Ямбург» два дня учились ранней диагностике и употреблению наркотических средств. Руководители среднего звена и представители службы корпоративной защиты – основная аудитория семинара. Цель данного курса – помочь вовремя заметить первые признаки злоупотребления наркотиками, показать губительные последствия этой вредной привычки и знать, что делать дальше. Навыки такой диагностики важны для комфортного климата в рабочих коллективах и общей безопасности производства. В наши дни проблема наркозависимости особенно актуальна с учетом новых и доступных видов зелья, так называемых спайсов и солей, которые широко представлены в объявлениях на улице и в интернете. Современная наркология и современная наркомания, они имеют лицо, которое отличается от того, к чему привыкли за предыдущие годы. И поэтому необходимо быть, в общем-то, в курсе этих вещей. Это касается как настороженности по отношению к сотрудникам опасного производства, так это касается и в целом общей осведомленности касаемо и детей, и родных, и близких.